Летний душ с подогревом своими руками. Компания Element M предлагает подогрев для летнего душа. Большое количество наших клиентов имеют дачи за городом, и, соответственно, в жаркие летние дни каждый человек принимает душ. Компания Element M представила кубическую бочку с подогревом. Какая особенность этого продукта? Сама бочка изготовлена из пластика, имеет черный цвет и особенную форму, которая правильно распределяет КПД от излучения солнечного света. Таким образом, вода в бочке при попадании на нее солнца очень быстро нагревается, и человеку удобно использовать для душа нагретую солнцем воду. Но бывает и пасмурное время, а принять душ просто необходимо. Вот мы и создали данный нагреватель. По просьбе наших подписчиков нагреватель можно использовать в дачных условиях. Тен с термостатом прикручивается в крышку горловины бочки и постоянно находится там. В чем преимущество данной системы? Во-первых, ни для кого не секрет, что дачные территории любят почищать воришки. Когда вы уезжаете с дачи, вы просто открутили крышку с теном и увезли ее с собой. Не нужно оставлять ценное, и вы не волнуйтесь, что что-то пропадет. Приехав, вы быстро накрутили на горловину нагреватель и подключили провод. Система радует вас теплым душем. Вы устанавливаете заданную температуру, и тен поддерживает ее, пока его не отключите от питания. Тен сделан таким образом, что греет только самое дно вашей бочки. Диапазон температуры от 20 до 90 градусов. Тен закрепили на крышку бака. Всю систему погружаем в бак и закручиваем крышку. Проверяем температуру в бочке. Сразу после наполнения водой пирометр показал 19 градусов. Подключаем тен в розетку. Выставляем температуру 60 градусов. Наблюдаем, как включится индикатор питания, и тен начал нагреваться. Прошло 30 минут. Проверяем температуру бочки в тени. Пирометр показал 45 градусов. Поворачиваем термостат против часовой стрелки. Он должен отключиться на температуре плюс-минус 50 градусов, что и происходит. Это значит, что система четко соответствует заданной температуре. Не выключая тен, достаем его из воды и обратно ставим в воду. Он не перегорит. Все необходимые размеры тена можно заказать на сайте Element TM, а также все комплектующие – бочку, тен, лейку с краном или весь комплект вместе с бочкой на 100, 150 или 200 литров. Если весь комплект кому-то дорого, мы предлагаем тен без термостата. Он также греет воду в самом низу, но только напрямую, без регулятора. Элемент с верхним погружением очень удобен для установки тена. Не нужно портить бочку, сверля в ней отверстия. Ведь очень сложно закрепить водяной тен в корпусе бочки. Из-за своей особенности, с перепадом температур, пластик может менять жесткость, и установленные тены в корпус бака начинают подтекать, а это может привести к поражению током в момент купания. Для безопасности в таком случае советуем установить УЗО на проводе. Все запчасти для летнего душа можно купить на сайте Element TM. Тены в наличии под заказ, к любой системе отопления, к бойлеру, бассейну, выбирайте на нашем сайте. Ссылка под видео в описании.